Вполне такое может быть. Так, ну что, поехали. Давайте начнем Ждем с хода 2d4. соперника. Посмотрим, что Николай. D4, конь Расскажет. Цевласова. Так, конь f3. Он, видимо, И давайте я готовился, сыграю, потому что наверное, раньше он со a3. мной E4 играл. Я думаю, Ну, такой давайте вариант посмотрим, можно. Конь насколько он c3. здесь готов. Вариант Яковича Ну да, один и из вот самых этот вариант я неприятных для черных. на эту позицию планировал пойти. И вот А то дальше я уже посмотрим, ничего не анализировал, по сути. Ну насколько окей. вот это важно, насколько хорошо он здесь Посмотрим. готов. Позиция, по идее, конечно, Это поприятнее хороший должна быть у ход. белых. Ну и в целом понятно, что белыми должно играть Это быть хороший проще, чем ход. Только что у черными. меня была такая партия с отдельного. Это как бы я каких-то Прям тайн только что я великих ее не раскрыл. анализировал. Да, но играл ладья d1, на c5 я готовил ход d5. Так, готовит он b5 явно. Давай Хочу b4 пойду. b5. Таким И образом он зафиксирую, на позволяет мне b5 просто ферзь сыграть b3 b5. отошел. Взяли, взяли. Да, конечно, неприятно А начинать первую партию позволяет с он мне поражением, но в сыграть какой-то момент b5, потому что расслабился, в какой-то пешка момент был b4 уверен, все что уже равно совсем будет битая очень ничья. неприятно сильной. Да уж. Так. И немножко подрасслабился. b5, слон Но ничего. d6. Еще 11 партий, включая эту 11 партий впереди. Так, конь Так что h5. пока все вполне окей, пока все вполне нормально. h5. Регламент матча 6 партий Так, 3 плюс ладно, 2, 6 b5 все партий равно 3 плюс 0. пойду. Если будут спрашивать в чате, пишите, пожалуйста, кто-нибудь или из b5. модераторов, или из зрителей. Да, немножко мой косяк, наверное, что в b3. описании не добавил, но уже И сейчас не буду слон этим заниматься. c6. В Не, ну, надежде ферзь на то, b3, эта что мне позиция должна дадут быть приятнее у коня белых. Конь перетащить на e5 куда-то. лезет. Так, ну тут и d5 хочется пихнуть. d5 Вот. очень хочется, и я пихну. Позиция черных d5. очень Но нелегка. бить явно очень опасно. Там по линии e Но связка. и безнадежной я Очень бы опасно, ее возможно, пока не просто проигрывает. назвал. Так что надо Так, уходить если слоном или на взять, b7, или на взять и d7. слон b7, Там одна из идей у меня может быть, то например, пойти de, fe, и конь d4, или d6, сесть на e6, или сразу сесть на e6. Потому что поэтому b5 слон зависает где-то. d7 обратно. Поэтому сюда. Слон d7 обратно. Такс. Дай какой-нибудь И, d4. наверное, я хочу Давлю сыграть на b5. c5, а он Держу вот под так контролем вот у пешку меня. c5, где-то поле c6, и давлю на e6. А я... Таким образом, мне Как кажется, же достаточно я? неприятное давление для черных. Так, Должно бьем. быть. Так, забрал, забрал. По линии e теперь связка очень d8. опасная. Блин, как тяжело-то, а? Похоже, что d6 здесь он грозит меня просто. задавил. Так, второй раз в этот Так, а тут вариант если не конь идем. c6 сыграть. А, там В будет этом слон варианте d6 мне потом. жопа. Он на самом-то деле с движком он как-то Конь e6 ход, держится, если но неожиданно. беда в том, что я не Довольно могу. забавный. У меня не хватает силенок держать эту жопу Можно на b5 банально самостоятельно. забрать, Да, не кстати. Давайте на удалось b5 просто развить заберу. успех. Это И с не буду даже помощью ничего особо хорошей выдумывать. подготовки, Просто лишняя пешка. наверное, даже можно Без сказать, давления сохраняется. блестящей. С помощью Я думаю, это должна быть блестящей очень хорошая подготовки позиция для белых. соперник вот так вот Полминуты выкрутился. также переезд по времени. Так, может мне Что, жертвануть безусловно, радует. фигуром? Конь d5, Да, ферзь но я напомню, что бьет. первую партию я все-таки играл черными. c6 Понятно, что потом черными играть сыграть. посложнее. Давайте. Хуже-то не будет уже. Хуже-то уже не будет. Пропадать так с музыкой. Такое ощущение, что что-то должны черные издевать Добивайте, просто. Ферзь братцы. b5 пошел. И c6. Ну и ферзь e4 просто могу сыграть. Так. Ферзь e4. Я Взять я взял на собирался e7, вот лишняя так вот фигура. стукнуть. Туда. Конь c6 есть удар. По идее. Так, подбоем ладья и конь. Да, конь c6, да. А так можно? Так, сюда. Ну, тут как минимум есть и ферзь b4 ход. А, ферзь бьет Есть и ладья b4 же. d8, мне казалось. Ферзь b6. Но, видимо, я Ладья проигрываю. d8, слон e4. Ладья бьет f8. Взяли на f8, взяли на Так, видимо, e4. все-таки я не Ну и лишняя досчитал фигура. и, Ну и да, наверное, ладья d8 погибну просто. здесь. А вот здесь не Там важно, уверен. что во всех вариантах слон c1 А вот защищает. здесь совсем не уверен. Очень принципиальный момент. А, слон Конь c1, блин, c1 держит. Да. Слон c1 f8. держит Ладья бьет поле. e4. И я не могу. Да, лишняя фигура есть. Не могу. Но осталось ее К реализовать. Ну, по идее, конечно, сожалению. реализация тут Так, сложно ладно, быть. ушел. Фигура лишняя Явно у не него. должна.
Так, У делаем белых лишняя форточку. фигура и большие шансы Мат на восьмой уже победу. точно не зевнуть нигде. Слон А6 шах сдался. Давай так поменяемся. Слон D6 еще не сдался. Еще дал шах. Еще как-то... Тут все наверное, понятно. сюда и сюда, вот так. Тут даже я со своей бездавной реализацией... Конечно, безнадежно, конечно, уверен, надо что сдаться. Как-нибудь досправлюсь. Но пусть сначала меня добьют. Сюда. Так, шах. Сюда. Так, сюда. Где-то такая идея, вероятно. И шах. Может, ладья H8 разменяться, ладья H8, конь E8. Давай, да, так ну, сыграем. Да, 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 вот так вот. Вот это я... Да, сдался. Так, да. Ну, тут уже совсем легко. 1-1. 1-1. Начинается.